месяца спустя остыла голова, я вышел из больницы. На дворе была уже весна, мой друг мне помог найти адреса, изучив от начала и до конца, узнав их имена. Я приступил к делу, хотя еще болело тело. Страшная месть мною владела, во мне кипело, как тот темный вечер, когда меня четыре быка хотели покалечить. Один любил шикарные автомобили, его случайно в гараже придавило. Второй сидел на ЛСД и героине, врачи поставили диагноз передоз в теле. Третий впервые решил прыгнуть с парашюта, он не раскрылся, как в злом анекдоте. Четвертый понял, в чем дело, и удрал из города на долгие года. Без вести пропал, я в грудь не бил, мол, я отомстил.